влияние цифровых решений на рост урожайности, оптимизацию логистики и эффективность управления. Так. Ага. Не хочет. А пошло. Ну, с нашей точки зрения, сегодня у нас должна идти работа не на получение максимальных урожаев, а на получение эффективных урожаев. То есть это тот уровень урожайности, который дает максимальную прибыль. И, как правило, это не всегда максимальная урожайность, и зачастую не максимальная. Ну и, соответственно, у него есть определенные критерии его получения, да, и критерии этой эффективной урожайности. То есть у нас задача холдинга именно такая, чтобы получать эффективный урожай, потому что мы все-таки про бизнес, а не про рекорды в сельском хозяйстве. Рекорды – это, наверное, больше к науке. Ага, не хочет. А можно назад? Да, назад. Перескочил. Да, кстати, вот это как раз такая небольшая схемка, где мы видим, где у нас на каком технологическом этапе может быть потеря эффективности. Да, мы говорим о том, что у нас потеря эффективности нашей может наблюдаться уже на этапе планирования. Чем более точный план мы построим, исходя из всех условий, тем, соответственно, мы более эффективны уже начнем с первого шага получать урожай. И, как правило, в сельском хозяйстве каждый последующий этап, он, как правило, снижает урожайность. То есть мы на каждом последующем этапе не можем компенсировать и получить больше урожая, если мы уже на предыдущем его срезали. То есть вот такая есть закономерность, и она как бы наблюдается в этом обязательно. Вот. Соответственно, вот сегодня уже подтверждено и международными исследованиями, например, на пшенице в мире в целом теряется где-то нереализовано минимум 44% потенциала урожайности, то есть глобально в мире, то есть это уже исследование подтвержденное научное. Поэтому как раз вот каждый из этих этапов он представляет собой вот эту самую систему, где мы можем это терять, в том числе на различных элементах технологий. Ну, вот здесь, кстати, мы составили для себя, провели исследование, составили такую карту современных технологий и уровней этих технологий. Да. Соответственно, каждый из этих уровней он определяет то, что если в хозяйстве есть как бы полный комплект предыдущего уровня, то оно спокойно может уже переходить на следующий. Соответственно, самый высокий – это уже выделение зон неоднородности на разных глубинах и посев с переменной нормой. Ну, кстати, вот общение с американскими фермерами нам позволило выяснить такую ситуацию. Что такое для них сегодня точное земледелие? Он говорит, я должен на каждом участке поля получить одинаковые по размеру, количеству семян и натуре початок кукурузы. Вот это для них точное земледелие. То есть настолько вот они подходят уже к этому, потому что, говорит, это нагрузка на технику, в первую очередь на комбайны и так далее, равномерная, более правильная и, естественно, качество урожая. То есть у них уже вот такие подходы в точном земледелии. Поэтому как раз дифференцированный посев у них воспринимается вот таким образом. Ну, кроме того, хочу заметить, что проведя аналитику определенного исследования, мы обнаружили, что все рекорды урожаев получаются как раз на бедных почвах. То есть тот же самый Дэвид Хула, который 38 тонн кукурузы с гектара получил по нулевой технологии. Это супесчаные почвы, слабо гумусированные. То есть урожай сои там получают тоже как раз на слабых почвах. Вот, к сожалению, такая ситуация, да, то есть вопрос на самом деле упирается, ну, возможно, все-таки это, дальше расскажу об этих факторах, что это может, от чего это может зависеть. Ну, вот такая карта технологий у нас есть. Ну, если в целом технологии все классифицировать, да, распределить, когда упростить вот эту классификацию, то мы можем сказать, что сегодня технологии глобальной системы позиционирования или глобальной навигационной системы – это самые простые технологии, которые внедряются в сельском хозяйстве. Они не требуют обучения. Поставил оборудование, ты им пользуешься. Все. Да. Потом дальше идут информационно-емкие технологии или технологии обработки данных. Ну, как раз вот здесь уже необходимо более серьезное обучение, тут уже нужны кадры, потому что, ну, не каждый фермер имеет возможности, время, во-первых, этому научиться, а во-вторых, тратить на это время, чтобы это использовать. Особенно, когда у него, ну, горящий аппарат, так сказать, и нужно быстро принимать решения. То есть убрали культуры яровые, надо сеять озимые, соответственно, времени мало, а информацию нужно подготовить очень быстро. Поэтому это такие более сложные технологии. И прикладные инструменты, тоже технологии переменной нормы, внесения удобрений, пестицидов, орошения, которые уже требуют максимально
более максимально квалифицированного труда. Почему? Потому что это не только подготовка данных, да, аналитика данных, подготовка каких-то карт, загрузка в технику, ну и понимание, как эту технику настроить, как ее использовать, какие должны быть калибровки и работает ли она правильно. То есть это уже как бы комплекс. Соответственно, все эти технологии, они требуют разной квалификации, и вот здесь как раз эффективность использования этих технологий заложена в первую очередь. Ну вот с точки зрения эффективности технологии точного земледелия уже сложившаяся практика, там был проведен анализ использования фермеров, ну, к сожалению, за рубежом, те, которые более 10 лет используют уже эти технологии, то есть это те, кто накопили опыт, вот, и оказывается, что самые прибыльные технологии — это автоматическое управление секциями, это дифференцированное внесение удобрений, диф-посев. Это технологии, которые дают более 5% рентабельности при их применении, то есть от их применения увеличится рентабельность больше, чем на 5%. Ну, естественно, вот сегодня был тоже проведен анализ, и будущее, да, перспективы. Например, в США фермеры видят такое вот влияние на урожайность, это как раз вот цифровые технологии как влияют. Да. Сегодня, там, на 2016 год, они имели урожайность 104 центнера кукурузы с гектара в среднем. При внедрении вот этих всех систем точного земледелия они планируют к 2050 году выйти на 177 центнер в среднем по их, так сказать, по их площадям. Ну и, соответственно, о зрелости технологий тоже провели исследования. Значит, ситуация складывается такая. Те технологии, которые более чем в 50% хозяйств внедрены, да, они, как правило, являются уже зрелыми технологиями. То есть справа, да, видите, самые незрелые технологии. То есть, соответственно, это тоже на опыте использования хозяйств, которые более 10 лет используют это все. Вот, соответственно, вот эта вот информация, она является как такой базой для ориентира, куда нам все-таки двигаться. Потому что это уже опыт наработанный, это уже проверенные технологии, это те технологии, которые действительно имеют перспективы внедрения. Ну и мы как бы видим полностью сочетание с тем, что вот те, которые приносят больше эффект, они, как правило, и более часто используются. Поэтому, ну, перспектива у нас такая, чтобы адаптировать эти технологии под наши условия в нашем холдинге и внедрять их массово с точки зрения как раз того, что эти технологии будут, ну, уже проверены, использованы, и главная задача их правильное применение, использование в деятельности. Вот. Так, дальше. Темпы внедрения технологий различаются для разных технологий. То есть самое большое — это, конечно, технологии категории GNSS. Да? То есть они внедряются быстро, потому что они требуют какой-то подготовки. Это, грубо говоря, точное вождение, это с высокой точностью. Да? Ну, естественно, они требуют там точных координат поля, объезда в поле для определения точных координат, для того, чтобы техника работала достаточно точно. Вот. И вопрос в том, что есть технологии, которые достаточно дороги для внедрения сегодня. И тут два варианта. Первый вариант — это если земли у хозяйства очень хорошие, такие как, например, Краснодарский край, да, они имеют возможность, имеют ресурс, ну и, по крайней мере, до последнего времени вкладываться в эти технологии, поэтому, видимо, вот то, что Евгений Владимирович показывал, эти технологии наиболее развиты в Краснодарском крае. Но есть ситуация, когда земли очень плохие. Вот на этих землях как раз технологии точного земледелия приносят больший эффект. Но ситуация складывается таким образом, что те хозяйства, которые находятся в зонах с худшими земельными условиями, они не имеют такого финансового ресурса, как раз, чтобы быстро купить эти технологии. То есть им нужно какое-то время, либо какая-то вот... Вот здесь как раз и должна быть поддержка этих хозяйств на приобретение этих технологий, этой электроники, для того, чтобы это все внедрять. Потому что действительно эффективность там, ну, эффект относительный будет выше гораздо на этих землях, но окупаемость их будет там гораздо дольше. Ну, естественно, самая большая проблема и то, что всегда сдерживает, это неуверенность в эффективности технологий, потому что, ну, наши фермеры, крестьяне, они год работают на то, чтобы один раз получить прибыль в году. Поэтому, естественно, этот консерватизм, он вызван как бы жизнью реальной, и от этого никуда не деться. И подход очень такой консервативный, поэтому и получается, потому что действительно тратить деньги просто так фермер будет только тогда, когда будет понимать, что это ему жизненно важно. Ну и факторы управления, да. Вот если взять всю информацию, которую необходимо обладать, то у нас, вот, например, та же история поля за несколько лет, данные о вредоносных объектах, информация о почвах,
информация о климате, особенности сортов или гибридов, агрономические каноны и правила. Вот если приложить это даже на одно поле, ну, никакой человек в голове эту информацию никогда в жизни не обработает. Поэтому задача цифровых решений сегодня — это в первую очередь как раз быстрая аналитика и обработка этих данных для того, чтобы принимать максимально правильные решения. Ну вот если, скажем так, разложить все, у нас очень простой подход, да, самая главная задача — это максимально упростить подходы к анализу технологий. Вот если взять любые технологии, то мы можем в принципе что сделать? Если мы разложим наши все, вот простой пример, берем наши все поля и раскладываем по уровню урожайности на три группы, да, высокие, низкие, средние. Соответственно, раскладываем по этим уровням поля по затратам на выращивание, то есть тоже высокие, средние, низкие. Получаем, соответственно, уровни полей, где мы можем внедрять высокотехнологичные какие-то решения, средние технологичные и низкие технологичные. Либо понимать, что, например, поля, которые у нас имеют низкий технологический уровень, да, то есть на вложенный рубль они дают меньше урожайности, соответственно, мы должны принимать решение, что же с ними делать. То есть вот с этими полями как раз нужно работать более детально, интенсивно, потому что мы должны понять, что они могут нам что-то дать, и мы можем эту ситуацию изменить или нет. Ну, смысл работать с хорошими полями, если там и так все хорошо. То есть у нас вот такой достаточно, ну скажем так, может быть примитивный подход, но он достаточно эффективный. И это как раз позволяет нам вот эти все показатели эффективности повышать в привязке к конкретным условиям конкретных полей или конкретных массивов полей. Ну и вот один из самых простых показателей эффективности производственной логистики — это простой. Вот мы сделали такой анализ, да, в свое время, и оказалось, что вот обратите внимание, у нас 60% простоев происходит по организационным причинам. Ну, то, что эти данные достоверны, можно посмотреть по следующей табличке, где видно, да, что, например, если по вине механизатора стоит простой, то он как бы он и есть по вине механизатора. Если по погодным условиям, то там ничего не изменишь. Да? Когда фиксация этих данных идет в автоматическом режиме, то можем четко сказать, что даже среди организационных причин 78% это какие-то непонятные причины. Соответственно, мы должны обратить на это внимание для того, чтобы... Ну, то есть это никто не смог определить. Да? Механизатор, там, грубо говоря, детектировал, что что-то не так. Вот. Кто-то там из агрономов попросил, а ты ничего не нажимай. Вот, ну, сделали такой допуск, скажем так, на обман. И, соответственно, получили такую ситуацию, что вот эти 78% из 60 по неустановленным причинам, по организационным причинам, никто не знает, что там было. То есть, соответственно, возникает вопрос и как раз к оборудованию техники разными средствами для того, чтобы можно было эти причины детектировать и все-таки уменьшить это количество. Ну и сразу понятно, да, что 60% простоев по организационным причинам — это все-таки проблема организации логистики производственной в первую очередь. И уже видно, куда делать упор и как на это можно влиять. Ну, мы, соответственно, переходим от логистики к управлению и понимаем, что управление сегодня — это обмен информацией. Чем более достоверна у нас информация, тем, соответственно, мы более качественно управляем. Невозможно управлять на недостоверной информации. То есть мы получаем какую-то информацию, да, в ней заложены какие-то там недостоверные данные, мы на основе недостоверных данных принимаем какое-то решение. Ну, соответственно, мы получаем соответствующий результат. Естественно, что требования наши к информации — это максимально достоверный результат, максимальное качество. Вот здесь как раз эффективность управления. Ну и заканчивая, да, есть у нас такая формула, что у нас все-таки есть те вещи, которыми мы можем управлять, это КПД, технологии управления, и КПД исполнителя, да, то есть то, что мы ставим в основу, скажем так, управления, и, соответственно, это мы делаем на основе регламентов сегодня, разрабатываем регламенты, те же регламенты по мониторингу состояния полей, какие параметры оценивать, как агроном это должен делать. Понятно, что сегодня нагрузка на агрономов очень большая, соответственно, у нас стоит вопрос оцифровки. Мы сейчас эти все вещи оцифровываем, то есть применение спутниковых снимков, применение других различных систем, ну и, соответственно, вкратце, да, посмотрите технологии, которые в ближайшем будущем будут вести к повышению эффективности. Это вот то, что признано уже общемировой практикой, мировыми экспертами. Вот. И дальше критерии эффективности цифровизации здесь описаны, да, вкратце. То есть это и простота принятия решений, простота планирования, простота использования и повышение, естественно, эффективности. Главный критерий, то есть для чего мы это все делаем, для чего мы все внедряем. И, естественно, следующее — это то, чем сегодня занимаемся мы, и что в перспективе у нас стоит на повестке дня для того, чтобы это все реализовывать. То есть вкратце вот такой доклад.
Вячеслав Юрьевич, да, спасибо. Да. Интересно. Выступление, пожалуйста, Евгений Владимирович, вопрос. Вячеслав Юрьевич, спасибо за интересный доклад. Но все-таки вот вы представили на последних слайдах ПИСы, да, которые вы внедряете. Вот хотелось бы, может быть, на следующий год увидеть результаты хотя бы одного года экспериментов по этим технологиям. Не просто там эксперимент, а с экономической выкладкой. Это тем более... Вот, ну, я просто... Да, вопрос был перспективы. Значит, что мы сделали? Доказана же эффективность, то, что у вас вызывало сомнение применения беспилотных питательных аппаратов. Локальные обработки гербицидной, например, сегодня, ну, простой пример, поле 116 гектар, мы на нем всего обрабатываем, делаем облет, делаем карту распространения сорняков, вот, многолетних, и из 116 гектар обрабатываем всего 18. Экономика. В прямом смысле слова. Вот мы все это потихоньку делаем. Для сельхозтоваропроизводителя важно знать. Ну вот экономика. Насколько, да. Как сработало. Все. Остальное 116 развитие на 18, вот вам экономика. В гербицидах, как минимум. У меня вторую еще часть. Вы разделили на все поля на три технологических уровня. Да. Сильные, средние, слабые. Да. Да. Первое. Критерий. У вас только урожайность была? Вы не учитываете Нет. потенциально? Урожайность и затраты. Вторая для чего? Первое. У нас есть некая статистика набрана. Да, вот что мы, о чем мы говорим. У нас есть огромный массив данных, набранный при помощи различных систем цифровых. И спутниковый мониторинг уже за огромное количество лет данные. И системы там, GPS-мониторинга, системы геоинформационные, такие вот, как агросигнал. У нас история поля используется. Вот. Эти системы сегодня внесут в себе уже огромный массив данных. И для того, учетные системы, где у нас собираются затраты. И для того, чтобы понять, что же у нас с полем происходит, мы на нем просто выводим, грубо говоря, из истории его использования и истории получения урожайности разных культур на этом поле, выводим его уровень с точки зрения урожайности. Он высокий, средний или низкий. Это нам позволяет понять, что это поле всегда на всех культурах, например, при высоком уровне, всегда дает хороший урожай. А другое поле, например, рядом может находиться, оно всегда при всех культурах исторически дает плохой урожай. Соответственно, смотрим дальше затраты. Если мы несем затраты на каждое поле одинаковые, на то и на другое, соответственно, у нас эффективность этих полей, то есть технологический уровень этого поля низкий. То есть мы... Дает систему, вот, которую я перечислял, они то же самое показывают многолетние данные по вегетации и показывают сильный, слабый рейтинг полей. У нас еще интересуют затраты. Какие затраты, я же вначале начинал с чего, да, какие затраты, нас интересует эффективная урожайность. Какие затраты на какое поле мы можем понести, исходя из его потенциала. Да, какую себестоимость мы заложим на это поле. То есть если мы на поле, которое всегда дает хороший урожай, положим низкие затраты, недополучим рентабельности, да, своей прибыли, а в другое поле положим столько же, но там получим убыток, потому что оно низкопродуктивное. Ну, ради чего тогда мы работаем? Самый простой инструмент, который позволяет любому фермеру даже сесть и, грубо говоря, на калькуляторе для себя понять, что у него происходит. Артем Владимирович Застрожников еще хотел задать вопрос фермеру. Добрый день. Может, говорили, что выходило, а вот все-таки вы говорите, уделяете время потенциалу на бедных почвах, вы видите больше. То есть у вас технология какая-то? Нет, это не я говорю, это статистика в мире сложилась. Рекорды урожаев были получены на бедных почвах. Хорошо, тогда вопрос. У вас технология, вы все-таки при внесении дифференцированного удобрения, как вы это делаете, вы бедным, на бедных почвах, на более бедных участках вносите большую норму по сравнению с более богатыми, или наоборот, бедным меньше, богатым больше? Я сейчас показал, да, у нас ориентир идет на то, что если поле или участок менее продуктивен, ну зачем в него вносить удобрение в колено, пытаясь вытянуть то, чего в нем по сути нет. Надо смысла вносить туда удобрения, если их там нет. С ними надо, да. Где потенциал больше, там, соответственно, они стараются раскрыть потенциал еще больше. Ну, раскрыть, понять, например, какую мы максимальную прибыль можем при каких затратах нести. Да, да. На вложенный рубль получать максимальную прибыль. Да, да. А если поля плохие, то мы разбираемся, в чем причина. Потому что может быть причина очень банальная. Надо сделать обычный дренаж обычными кротователями, все, и там будут отведены поверхностные воды, которые снижают урожайность, и все. Можно при таких объемах успевать такие вещи делать. Вячеслав Юрьевич, можно сделать вывод, что вот вы на 30% увеличили урожайность за последние 5 лет. Это связано с продуктивной работой как раз на хороших полях.
Ну, знаете, у нас в основной массив это все-таки плохие поля, потому что это у нас восток Ставропольского края, северо-восток Ростовской области, да, основные массивы там. Ну, знаете, все, что примыкает к Калмыкии, поэтому сказать, что у нас там очень хорошие поля, ну, это тяжело. Потому что они склонны к самоуплотнению, да, мы, у нас основная технология это наутил все-таки в растениеводстве, там где у нас животноводство, там у нас традиционная технология, потому что кормопроизводство, к сожалению, наутили пока тяжело у нас внедряется, мало опыта этого внедрения, вот, поэтому у нас там основной упор идет на то, что мы все-таки повышаем за счет технологических решений, снижая затраты и при этом повышая технологические какие-то инструменты. То есть у нас идет работа, я говорил уже, по использованию биопрепаратов, то есть эффективному применению удобрений, применение различных агрегатов новых. Да. Ну, кстати, вот один из примеров отрабатывали мы технологию Амаспот, да, это вот как раз точечная обработка зеленая на черном, так называемая, опрыскивателем Амазоны. Но исходя из того, что у нас нулевая технология, когда лежит на поверхности слой мульчи, да, немножко он некорректно работает. Поэтому, то есть, не до конца технология отработана. Там немножко есть над чем работать, в том числе иностранным компаниям.